Стойте. Я забыл, ради чего это стоять. И ради чего это вообще все было, друзья. Это было ради вот этого, конечно же. Конечно, я же изначально вот это хотел посмотреть. У меня, короче, такая охуенная история была, пиздец. У меня есть друг Лёва мягкий, Лёва Почезач. И у него такая хуйня была, что он говорит, я как-то раз оказался, типа, говорит, в такой ситуации, что у меня был телефон с собой, а у меня, говорит, не было интернета. И все, что, говорит, было на телефоне, это загруженный трек вот этот, блядь, реалити. И все. И кроме этого трека, говорит, у меня вообще нихуя не было. У меня, говорит, нету ни книжки, ни телефона, ни вообще нихуя, говорит. И я просто сидел и вот подряд раз за разом, говорит, вот эту хуйню слушал. Это единственное, что у меня было. Чуваки, давайте, насладимся. Это реальная пушка. Пожалуйста, попрошу. Реально. Не, ну, я охуел сначала от фотосессии мерча до эмблемы кричалок. Но вы сами видели, реалити батл рэп это сомнительно. Кстати, ставь лайк, если спрашивал, чё я взял в Рибаке, чё он молчит. Язык он свой прикусил, а я думал, где бы найти мне сил. Сезон длинный, как лимузин, как говорит Ян, это нормальная тема. Дважды заебался, наверное, но не побоялся проверок. Значит, мне нечего бояться, а вы все планы, лучше беги, но я не живу. Я сейчас заметил, это без негатива к ПМу, а то все думают, что я всех хочу подъебать. Нет, но у него как будто это ускоренные вот эти перебежки. Нет такого ощущения? Я сейчас как будто даже, я думал, на 1.5 стоит. Принципу, что ад это другие, я живу батлами. Прикинь, у меня иммунитет, ведь я дарю батл рэп тем, кому до него нет дела. О, я не дружный, сори, бро, да теперь у меня фоток со школьниками больше, чем школьных фото. А еще буду доводы против, я снова не тот, я что-то не смог, значит, можно работать. Батл рэп умирает, блять, вызывайте скорую, вам на портале The Flow все объяснят поподробнее, где звезды, раздор только. Это не так работает, мы строили культуру и без батлов года, а я снова не могу выебываться чемпионством. Я могу выебываться просто. И подытожим парой слов. Я не взял сезон, я вам дал сезон. О! Братишка вернулся. Тебе осталось прочесть эпилог и постскриптум и снова превратить мое лицо в гифку. Картина снята, рамка холст, битва стоп, титры, пепел и вода. Отпела медная труба, по ощущениям это была столетняя война. В честь победы наливаем оппонентов в кабаках. Пей до дна, покуда пыльная палета не легла. Эй! Дошли не все, одни считают, что я создал монстра. Другие сходу слышат сэмпл, это Окси Осборн. Не буду врать, да мне немного грустно. Но для каждого из шестерых всегда накрою стол свой. Не было карты, я по памяти шел и вел, судьба вносит. А для Микси нет? Для Микси не будет стола, видимо, походу. Правки, ведь это реалити-шоу ее. Это лишь когда вы вспоминаете, что менет. Да быть может с теплом, позабыв нытье. Эй-йо, перемотка на заборы, вновь филки споры. В сети потом голуби, тигры, стол с лимузином, отборы, тизер. Полтора года, трип, это слишком суровый лизер. И жизнь отмигивает с улыбкой у Моны Лизы, слышь. Быть может я никчемный ментор, обречен мой вектор. С тех пор, как верный счет для сектора черную метку. Но мне важнее победы, мир был как в Палестине. Ну все чему-то научили. Что-что? Метку, но мне важнее победы, мир бы как в Палестине. Он знал. Походу, он что-то знал. Все чему-то научились на войне стилей. Что не говори, но я андердог, и кнопка релоуд. Только был и дом, но вот далеко, не ради рекордов. Кто герой года, похуй, для меня год за три. Для меня доза ринг и друзья враги. Но сколько ночей было до зари. Все говорят, мол, чё там, как там, расскажи. Перебрался в Питер, две недели на косарь жил. Все, что было у меня в рюкзаке, я покинул дома снова за кем-то. Будет нелегко, ты просто забей, у тебя есть то, что не купишь за деньги. Мне в руки карту, я бы знал, куда я книга дал. Но я вдруг и в кадре, тут в кругу камер свет. Чтобы я видел всех, но мимо бил совсем. То ли от софитов смерть, то ли я сам был слеп. Ну знаешь, кстати, иди нахуй, не оправдай. Ну знаешь, кстати, иди нахуй. Бля, пиздец, охуенная строчка. Дал надежду говно, мы для тебя там два. Но тут увидел стены бара, знает тех, для кого это второй дом. Он может только дабл таймить, дабли. И знаю, что продолжу батлить. Если меня нет на радарах, я труп. Но пока тут, иначе бы не могу. Пока не сам, пока это мой друг. У меня есть маршрут, я беру шур. Пока есть те, кто меня ждут. Даже если ненадолго ухожу. Где они все теперь? Хороший вопрос. Но Палмдропова я видел, кстати, недавно. Узнай. Жди меня здесь, я ненадолго. Жди меня здесь, я.
новый стручок, там где серость домов, и нам тут типа места нету. А это самый крутой, это же это Династ? Блять, какой же мудак, просто вообще феноменальный. Тебе важен так счет, ну и кто там последний из птиц, но не пальцем в небо. Моя жизнь и реалити, где ставят камеры ради твоих комментов. Но тебе же так нравится шоу. А мне просто так нравится Бэтли с кем. Я бы не был, ты мне пишешь, за тебя болел. Я помню тебя пьяным, распиздяем во дворе. А теперь ты там со всеми даешь жару на Неве. Но вот это ты взлетел, да, легенд, брат. Так много тех, кто нам пророчил тут провал. Будто всех подряд можно приравнять, тут почти к нулям. Нихуя. Смысл в том, чтоб не слушать твоих нотаций. Выйди в круг, и я скажу тебе, кто ты минут за 20. Эй, боже мой, как же им тяжело. Это все заговор, и все сверху решено. Ему бы сдаться, сил не набраться. И нету шансов, но пацы, блять, выйди нас там, это мотивация. Нет, тебе с ума не сойти, если держишь свой пару. Я у него мощный, у него больше всего персонажей было, видите? По ветру миль километров, сколько уже в пути до цели той, которой так предан. Кто бы не писал дерьмо, в него ни ногой, чтобы идти наперекор времени вагон. Что будет после победы? Впереди столько миль километров. Мы разбросаны были по миру под именами, которых никто не знал. О, или просто не принимали нас, будни одолевали. Мы утопали в диване, но вдруг мы все решили сыграть в игру. И вот мы тут, никогда не поверил бы, куда я попал. Но судьба нас поделила пополам по разным командам. И каждый падал, но дрался, ведь в планах только ва-банк. И даже в патовой партии... Я вам честно признаюсь, я живу ради припева Оксимирона в конце. Я ради этого. Паны пропал, потом бессонные ночи за текстом, чтобы хоть чуточку больше продвинуться в том, что всегда шло от сердца. Пускай мы молоды на глыне по годам, но нам послали этот труд и эту божью благодать. Как же пролетел год и сколько ставил каждый на кон. Узнаю, что накопленный опыт меня вытащил из оков. Теперь я вернусь, откуда пришел, увидеться станем и реже. Я вошел в эту быструю реку и из нее не выберусь прежним. И может, когда все пройдет, мы исчезнем в недрах сети. Ждем, ждем, Окси. Из разных портов домой. Блять, вот меня всегда разъебывают с этими микрофонами. Я всегда на съемках говорю, блять, пожалуйста, подключите микрофон. Даже если он чуть-чуть в кадре, подключите микрофон. А то это очень странно выглядит, когда он просто торчит, блять, без провода. Но я верю, что где-нибудь там еще встретятся наши пути. И надеюсь, добрый мой друг, что это лишь только начало. Да все знают, что моя история взлета, как будто фильм. Чё за пьяный школьник, хули он тут забыл. В жизни не был в рэпе, образование, хуй бы с ним. Но влетел прямо с дивана в экран, сделав лютый флип. Мечтал попасть в 17, чтобы там просто набухаться. Но, видимо, я перебрал чуток, ебал я в рот, я ждал сезон. Невероятно, но все же сыграла ставка на Джокера. И я знал это, бро, результаты сам себе спойлерил. Вы угорали в итоге, я ощущаю, как клево сейчас наблюдать ваши ебла полные. Да, палдроп, мощный палдропов, друзья. Сыграла ставка на Джокера. Зависть и клоуны. Мой успех за монитором они видели лишь во сне страшном, где помехи в темноте, ребят. Теперь все те ребята на мои батлы. Те ребята, это правда. Вы слишком завистливы в жизни завистливы. Все те ребята на мои батлы. Те ребят. Кайф. Это друзья Оксимирона были. Он для каждого из них накроет стол, если чё. Меня отобрали, чтоб я отобрал ваши лавры. За этот лимон ты долго будешь лимонить шпагу, падла. Эй, меня фаворитом не видели, ведь я выглядел, будто я выдул пузырей больше раза в четыре где-то, чем дитятки с мыльной бутылочкой. Что за милые личико, стереотрипы, попивчик, но гоп прошел. И теперь явно в ахуе, каждый зритель, я в шоке, насколько могут быть массе реальны мысли. Если честно, то я хочу быть примером для вас, что даже если хер пинать по жизни, можно быть первым всегда. Важно, что в сердце жила. Блять, какая охуенная строчка у Пандропова. Хочу быть примером для вас, что если хер пинать по жизни, можно быть первым всегда. Это моя тема, на самом деле, друзья. Тоже я хочу быть для вас примером. Лесная вера в себя, если не ступить, можно ступить на путь от ноунейма до звезды. Ща. Готовы? 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 Раз, давай. Час подводить итоги. Взял, незаметно пробил. Знай, что ты на пороге, то бишь у начала других историй. Ой, бля, сколько было, помнишь, странных фантасмагорий. Я гляну через плечо лишь, вот и все, дальше ведите ноги. Блять, мне очень хотелось бы, чтобы это было...
этим. У меня на телефоне, короче, на звонке. Я сейчас представил, реально бы охуенно было. Я пришел куда-то, просто достаешь телефон, у тебя играет час, подводить итоги. Взял, незаметно пробил. Охуенно, пиздец. Ну, то есть, я бы реально кайфанул.